Всем привет! Сегодня буду играть против Криштиану Роналдо. Продолжение, четвертая или третья часть. Всем привет! Не забудьте перед началом видео поставить лайк, подписаться на канал. Сегодня я снова выиграю вашего Криштиану Роналдо. Давайте уже наберем максимальное количество просмотров, лайков, наберем просмотров миллиарды людей, чтобы сам Криштиану заметил. И я сыграл с ним и выиграл его в сухую, четкую игру. Понимаете, чтобы я играл в Аль-Наср? Понимаете, чуваки, чтобы я потом дошел до Месси, Мбаппе, обогнал его по скорости, чуваки. И все, и пхана этим челом. Понимаете это? Ну просто знаете, что я их выиграю. Что я... Поиграя за какую-нибудь страну или там, не знаю, в какую-нибудь попаду, просто она порвется, она будет рвать любых, понимаете, чуваки? Если верите, поставьте лайки, подпишитесь на канал, давайте наберем максимальное количество подписок, чтобы выстрелить, чтобы вы все видели. Так, начинаем. Я и Криштиану. Рональду! Так. Сегодня вот так вот снимаю. Я бы тебя... У меня, кстати, не мяч, но я мячик. Ну, мячик такой круглый, знаете, маленький. Не похоже на мяч, поэтому я и говорю. Это не мяч. И вот. Я играю против Криштиану. Криштиану, вот ваши ворота. Это камера. Там ворота. А здесь мои ворота. Видите? Начинаем разводить. Все как положено. Гол. Я забил. Криштиану разводит. Криштиану, я развожу. Гол 2-0. Криштиану. Два один. Криштиану ваш забил. Я развожу. И последний гол будет сейчас. По-любому. Гол. 3-1. Я снова выиграл. Криштиану, чуваки. Вашего Криштиану просто в клочья разорвал, чуваки. Понимаете, это просто... Что легенда, это я.